Так, сейчас еду смотреть объект, там сломалась резьба у них. Куда-то пришла стиральная машина. Ладно, покажу, можно подключить стиральную машину перед смесителем. А какой этаж у вас? Не успел. Я буду ездить по всем этажам. Так, 49-й. 4-й, наверное. Он не следующий оборачиваться с этим всем. Привет. Не узнала? Узнала, привет. Я все равно по вайберу узнал тебя. Ну, у тебя фотки не стоит. Так. Что это такое на голове? То я буду для себя. Он там капает, да, еще? Ну добавил. Нет, папа же поставил, чтобы вода была. Может немножко и капает, я не знаю, никто не сказал. Угу. Сначала воду перекрыл, а потом поставил там. Так, там перекрывается, да? Да, да. Она вообще. А какая сейчас? Горячая вообще закрыта сейчас? Или открыта оба? Обе? Тут так туговато. Сейчас. Эти старые уже не нужны. Ну да, я там новые взял. Вот он набор этот. Сейчас покажу. Так, это сейчас получается какая вода? Что? Вот эта, которая к стенке, это горячая или холодная? Вот эта сейчас открыта. Вот это горячая. А, так открой. Скажешь, когда это перестанет бежать. Сейчас. Перестало или нет? Ну, чуть-чуть, да? Ну, ну, она больше не закрывается уже. Сейчас вам сломаешь экран. Там надо менять экраны эти. Так ты уже с рекламной деятельностью замезал? Это Паша занимается. Я нет. Мне казалось, вы вдвоем. Ну, с Андреем же что. Я уже так своим начал. Андрея тоже недавно узнал. За молочком домашним ехал. Ну да, он любит. Внимал тебя? Есть. У меня кот с ума сходит. Кошка, когда вот это вот поклюнет какой-то запах, у меня тоже ну, растение. Так что она жрет ее, жрет? Ну да, если свежая особенно, там запах такой, как будто, значит, сена какого-то. Ну, да. И она что вообще там? Селом коровами. Ну да. Она же ест, потом давит с этим. Жадности.
Так, а какие еще услуги у тебя? Все, что ремонта касается по сантехнике или... Ну, электрика что же. В целом. Ага. Электрика, сантехника. Понятно. В основном. Ну, еще там электроплиты делаю. Ремонт. В плане починки? Да, ну, если, допустим, там электроплита... Иногда звонят, там электроплита перестала работать. Ну, вот у меня есть такая проблема, но не здесь, а там, где я живу. Получается, сломался вот этот вот сам вентиль. Он не поворачивается. Из-за этого конфорка минус одна. Угу. Переключатель этот? Да, да, да. Там электродом? Да, там получается, сначала было все такое жиром заплывшее, вот, и плохо оно поворачивалось. Угу. Потом, ой, мастер наш домашний решил там все запырскать этим антижиром, там что-то разбирал, крутил, вертел, в итоге вентиль вообще полностью перестал поворачиваться. Посмотри, может там сам переключатель поломался режимов. Так просто дело в том, что мы не смогли даже в интернете нигде найти контактов мастера, который бы занимался электроплитами, либо же те, которые требуют, чтобы к ним привозили. Ага. То есть вот... Пирамида там какая-то, может, типа занусы или что-то. Арестон, фирма, ей лет 12. Угу. Можно попробовать поискать за все стекло. Свет будет. Ну, как удобно могу снизу сделать? Ну, это не принципиально, пусть будет сверху. Просто у нас сбоку был. А, ну можно и сбоку. Да не надо. Кажется, так удобно. Ну, так и будет. Так удобнее всего, мне кажется. Ну да.
опустилась. Попробуем. Ну, как он себя чувствует? А это ж у тебя двое мальчишек, да? Да. А сколько это им лет? 16 и 10 почти. Капец, 16. С ума сойти, да? Время летит. Как так? Как так? Старший, где учится сейчас? Он учится в техникуме на газоэлектросварщика. Это после 9-го? Угу. Okay, вот здесь бумага есть туалетная? Отлично.
удобно. Сейчас открою. Так, вроде нормально. Сейчас подключим стиралку. Тут еще заодно трубы поменять сразу. Все. Все. Во всем подъезде. Да. В общем, все, смотри, я открыл. Ну да, нормально. Тут нигде ничего не это. Это открытая машинка. Ну, закрывать лучше. Иногда бывает, эти шланги рвутся. Поняла. У нас вообще, кстати, так туго, тут у меня стирочек поворачивается. Давление вот хорошее в системе, а... Да, типа вот... Как подключить машинку стиральную? Вот, ну, вот, люди, допустим, не знают, что можно так подключить. Я так бойлеры подключал, тут два таких этих крана и бойлер вешал на стенку. Угу.